Коллективная ответственность – это порог, который вроде бы в цивилизованном, в демократическом государстве недопустим ни под каким видом. Вместе с тем, то, что произошло, после происходит, несмотря на заверения господина Левита и господина Кариньша в Латвийской Республике, в частности, и в верхних эшелонах внешней политики, в частности, в отношении россиян, которые хотели перебраться из России, напавшей на Украину, сюда, в Латвию, по-моему, как раз демонстрирует, что принцип коллективной ответственности у нас взят на вооружение самыми высокими авторитетными государственными учреждениями и политическими институтами Латвийской Республики. На мой взгляд, это отвратительно.